Неизвестный мужчина ограбил продуктовый магазин на улице Академика Королева. По рассказам очевидцев, он пришел на кассу с бутылкой водки и попросил обслужить его без очереди. Получив отказ, попросту покинул магазин вместе со спиртным, не заплатив за товар. Сотрудники заведения вызвали полицию. Учитывая, что мужчина попал в объективы видеокамер, найти и задержать нерадивого покупателя не составит труда.